летнее озеро. Теперь это, так сказать, место моего более-менее частого пребывания, поскольку здесь вот детская площадка. Вот, и вот я, так сказать, с внучкой тут прогуливаюсь. Точнее, она там играет, а я тут рядышком наблюдаю. Вот. Время сейчас уже 5:30, скоро будет. Солнце потихоньку заходит. Вот оно уже за деревья спряталось. Вот так вот. Там вот корпус поликлиники от городской, от центральной городской клинической больницы. Вот. Я в тень зашел просто. Ну, где-то в день приходится так пару часиков как минимум на свежем воздухе с внучкой гулять. Вот, тоже нормально. Стимул определенный для того, чтобы не сидеть дома. Вот, хотя, конечно, можно бы и в другие места сходить, но ребенок слишком мелкий еще, чтобы там. И было очень интересно что-то смотреть в округе. Пока только поиграть в основном хочется.